Привет, меня зовут Анна Кривецкая, и я закончила магистратуру по направлению биомедицинская фотоника. Моя научная работа называлась «Исследование алгоритмов степени сатурации гемоглобином кислорода в многослойных биологических объектах». То есть я проводила измерения, по результатам которых можно было сказать о сатурации, то есть насыщении биологических тканей кислородом. По данному параметру можно сказать о состоянии тканей. Я ездила на операции, где совместно с хирургом проводила измерения и после этого обрабатывала полученные данные. Исследуемыми объектами являлись органы желудочно-кишечного тракта, такие как пищевод, желудок и кишечник, а также исследования проводились на тканях молочной железы. После магистратуры можно работать в научной области и проводить измерения в клинических условиях. В научной области можно проводить также эксперименты на каких-то оптических фантомах и писать научные работы. Изначально меня привлекла возможность участия в операциях, так как в детстве я хотела стать врачом.